выступление в защиту советских евреев 6 декабря 1987 года к 25-й годовщине Еврейское историческое общество Большого Вашингтона. Перед встречей Горбачева и Рейгана 250 тысяч человек маршировали по улицам Вашингтона, из них 50 тысяч вашингтонцев. Эли Визел и Владимир Слепак, Натан Щеранский, бывшие отказники. Мистер Горбачев, отпустите мою мать. По аналогии с «Отпусти народ мой». В колоссальных количествах они пришли из разных уголков. Свободы советским евреям. Плакат из Гавайев в защиту советских евреев. Минора. Вице-президент Буш, он тогда был вице-президентом в правительстве Рейгана. Руководитель сенатского большинства Боб Доул. Эли Визел, Нобелевский лауреат, выступает. Натан Щеранский, бывший узник совести, зажигает свечу на миноре. Ида Нудель, бывший узник совести. Хелен Джексон, вдова сенатора Генри Джексона. Йосеф Менделович, бывший узник совести. В газетах говорит, что жители Вашингтона вышли в рекордных количествах на улицы. Вашингтонский комитет в поддержку советских евреев. Сзади плакат с библейской фразой «Let my people go» – «Отпусти народ мой». Из храма Бетам плакат сзади. Коалиция за освобождение советских евреев. Я посетил встречу в поддержку советских евреев. Такой значок подают участникам. На плакате написано: «Если не сейчас, то когда?» Посол Ричард Шифтер, помощник секретаря по правам человека, рассказывает. Рейган сел с Горбачевым. Рейган спросил: «Вы слышали про то, что люди пришли?» Reagan then just kept talking about the fact that this is an issue that is of great importance. Рейган продолжал говорить, что это вопрос, с которым мы должны иметь дело, потому что наш народ этим обеспокоен. Правительство должно этим заниматься. Горбачев хотел уйти от этой темы, переключиться на другие темы. And for quite a number of minutes, достаточно много минут, в течение большого количества минут, президент Рейган продолжал говорить на эту тему. Освобождение советских евреев эмиграции. Это заняло некоторое время. By September 1988. Но уже к сентябрю 88 года вопрос решился. Последующие годы полтора миллиона евреев эмигрировали из Советского Союза.